Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Надеюсь, вы посмотрели видео, которое вышло в субботу про разбор битвы Кинг-Конга, почему он так навалял им. В общем-то, буду рад, если вы посмотрите и напишите свои замечания, мнения, комментарии и, в общем-то, все, что захотите. Так, а у нас появился новый супер-пупер-мега-босс, и это главное, что он новый, а не десятый раз тиранозавр или еще кто-нибудь. То есть новый босс — это всегда круто, это у нас Кракен, и это Бакулит, походу, да? Чего? Так, статуя Кракена, Шмакена. Ну, прикольно, будет у нас новая статуэточка, это круто. Так, идем. Надеюсь, у нас тут наземные биты, потому что я зашел в гостевой аккаунт. Уже мы тут половину выполнили, ни черта себе, надо в своем аккаунте это тоже сделать желательно сегодня, иначе просто можно остаться без статуэтки. Ну что, давайте будем вызывать. Ай, блин, я все-таки думал, что будут наземные. Ну ладно, у нас пещерные. Давайте сделаем битвы. Три телозавра, три хайнозавра. Например. И тут один вот этот сюда что-то выскочил. Погнали. Ух ты, ёшкин кот! Так, ну он бьет всего лишь 281, это, короче, копеечки. Так, что-то у него какая-то ракушка короткая, или он просто так под наклоном. Смотрите, у него другая ракушка. То есть она не такая, то есть она не закрученная. Так это у нас еще ортокон. Но все равно ракушка у него не такая. А че это он меня так больно ударил? Как так у него получилось? Что-то я тут завтыкал на его ракушку, а он мне продемажил по-зверски. Ну, очень короткая она, реально короткая. Ух ты, блин. Вот это под водой, представляете, как бы шарахнуло. Уровень босса номер 2. Раз, два, он покойник. Раз, два, и давайте три в защиту. Так, красиво нарисованный тилозавр. Блин, ну это прикольно. Мне нравится такая анимашка. Как какой-то, знаете, фильм про супергероев, и там какой-то злостный враг всей планеты ожил. Вау! Смотрите, круто я был, правда? На трешечку. У него еще осталось баллов. Не, нифига, нифига. Я не буду атаковать теперь. Ну, так. Выжил гаденыш. Так, ну здесь у нас боя особо не затянутся, потому что нету никаких танков, а-ля пахи, короче, с 18 тысячами жизни. Так, это я перестарался. Ну ладно, ничего страшного. Так, я выжил, я выжил. Так, 4 хода. У него по нулям. Он же скотина проатакует. Ну, неважно, на следующий ход мы по-любому должны атаковать на все, что есть, иначе нам хана. Вот, подлец. Ну, все. А, мы его пробили. Ну, до 5-го левела дошли, неплохо. Но тилозавры, это у нас же были демагеры. У них жизни помало. Его бы последним, наверное, или первым все-таки стоило держать, да. Первым, а дальше брать кого-то покрепче, по здоровью. Ну, все равно, здесь бои точно не будут такими большими.
длинными. Ух ты, он еще и может черную струйку пустить. Прям как кальмарчик какой-то. 52 тысячи несчастных. Так, ну отлично, ладно, идем дальше. У нас есть хайнозавр и есть тилозавры. Так, а где тилозавры? Какие тилозавры? Платозавры, я имею в виду. Платозавр всего лишь один у нас. Но хайники у нас три. Ладно, там разношерстная троица, я сражусь у себя в аккаунте. Погнали. Мутантище! Еще шипы бьем. У него есть шипы, смотрите, там эти вот... с какими гигантскими шипами. Так, он бьет 2800. Йоу! Ну, здесь вообще, конечно, да. Он нас выносит за два удара без вопросов. Ну, он нас пробьет по любасам. А я его... Выживет, гаденыш. Блин. 500 хелсов осталось. Пятерочка на 4. Так, и чего-чего-чего. Раз, два и 4 переносим. Вот так, давай. Возрождайся, чудище морское. Левел 7, но это, в принципе, уже хороший левел, как для наземных тоже. 7 левел, это очень хорошо. Но здесь его легко убить и легко умереть. Вот как бы в чем дело. Он, в общем-то, короче, по силе не отличается от обычных. А ну, какое сейчас? Ну, вот сейчас он, конечно, уже какой-то там непобедимый, как для водных. У него удар был бы диким. 8000 сила удара у него. Ого! 8 косарей. Это вам не просто так. Так, ну вот нам и хана. Ну, 9 левел сходу. Ну, его легко пробивать, уровни можно набивать, если как бы идти и идти, но по-новому и по-новому. Давайте, наверное, на 10 мы, да, сходим еще. Попробуем, пробьем ли мы его. Так, да, 9 косарей сила удара у него. Йоу. Даже не знаю, кого тут можно взять. 4,5 будет сила удара у него. Но тут реально только может затащить только платозавр. Платозавр. У него 5700. Не, ладно, платозавром сражусь у себя в аккаунте. Так. Возьмем двоих. Вот так. И одного возьмем тилика. То есть первых два буду чисто накапливать очки, а третий будет пробивать. Такой план. Ну да, он будет полюбасу атаковать. Два удара. Ну, атаковать артокамтусом вообще бессмысленно. На тебе леща. Но он и по размерам особо тоже не отличается. В общем-то, стандартный себе монстр глубин. 5 атакуют на 3.
5, аппарат атаковал на 3, то есть 2 и 2. Готовенький. Уровень босса 10. Ну, это, в общем-то, дальше я не планирую его пробивать. Хотя, мы сейчас можем его пробить на 11 левел. Так, случайно чисто. Да, пробили. Ну, в общем-то, вы поняли. Его довольно далеко можно пробить, если пытаться один уровень за три динозаврика своих. И вот так, по 1000 с чем-то растет жизнь, не в два раза там, как у наземных, так что можно сражаться. Эп. Вот такие, в общем-то, у нас дела, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Смог бы ли его одолеть Кинг-Конг? Как вы считаете? Ну, у нас была похожая битва, да, в фильме, и он таки смог. Всем пока.